оставила мужа без достоинства. Сегодня Зеленодольский городской суд вынес приговор 47-летней Лере Плаксиной. Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии полицейских, обвиняемая оскопила своего бывшего мужа, когда тот попытался склонить ее к интимной близости. На судебном заседании побывал Айрат Назипов. Лицо закрой! Еще раз. Ну отвернись хотя бы, ты че уж? Несмотря на активные возгласы родственников подсудимой, женщина даже не пыталась скрыть свое лицо. Именно ее обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью бывшему супругу. Преступление произошло в поселке Васильево 8 октября прошлого года. Тогда же полицейские задержали подозреваемую. В ее квартире стражи порядка обнаружили два ножа и кровавый халат. По версии стражей порядка, в тот роковой вечер мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, попытался склонить подсудимую к интиму. Сама же женщина этого не хотела и всеми способами пыталась его вразумить. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошел нож. Женщина отсекла потерпевшему детородный орган, после чего мужчину срочно госпитализировали. Сегодня по этому делу в Зеленодольске стартовал закрытый процесс. Женщина полностью признала свою вину и дело рассматривалось в особом порядке. Их держи, сладко. Все нормально. Четыре. Хорошо, давайте не болейте. По данной статье, женщине грозило 10 лет лишения свободы. Прокурор просил 6, тогда как суд приговорил обвиняемую к 4 годам заключения в колонии общего режима. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.